по-своему попытались решить одну из острых социальных проблем карельские либерал-демократы. Сегодня возле здания правительства они собирали деньги в пользу бедствующих учителей Калевальского района. Калевальский район – это национальный район, который просто брошен вот этим правительством. Там проводится геноцид просто местного населения. Оно умирает. Ты будешь продавать газеты, раздавать газеты? Да. Вот людям, что будет проходить.